Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча, это мой 5-й влог. Я надеюсь, меня очень хорошо слышно. И что могу сказать? Я наконец-то закончил практику. Вот мне выдали дневник, там еще руководитель написал отзыв. И позже я вам покажу, что мне там написали. А сейчас мы отправляемся в институт, потому что у меня сегодня, скажем так, защита практики. То есть я должен предоставить отчет. Короче, доделал я свой отчет. Можете посмотреть. Вот он. Это я пахал. Посмотри, мне этот человек скинул. Так, а вот можете посчитать, что про меня написали в отзыве. Самое прикольное, что тут написали, что я опоздал, а в конце написали, заслуживает высокой оценки. Четко. Вот можете, короче, поставить на стоп и прочитать. Почерк особо непонятно. Но у меня на самом деле почерк еще хуже. Вот. Короче, я погнал сдавать отчет. Я надеюсь, у меня будет 5. Сейчас иду защищать отчет по практике. На самом деле, я очень сильно переживаю. Как вы думаете, какая у меня оценка будет? 5 или 4? Ставьте стоп и пишите в комментариях. 5. 5 или 4? 5. 1. 5. А что, не 2? Я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно. Можете меня поздравить. У меня 5. Теперь иду хавать. И после, скорее всего, пойду на тренировку, потому что настроение хорошее. Первый курс я закончил. И очень хорошо, скажем так. Вперед. Смотрите, кого я встретил по дороге, Саня. Саня идет сдавать практику. Друзья, он очень сильно переживает. И вы знаете, он мне ВКонтакте постоянно писал: Миха, ну как там? Как у тебя получилось? Да что было такое? Я могу сейчас показать. Он, короче, так обосрался. Ну, Саня, я думаю, ты сдашь. На троечку Саня у нас сдаст. Направляемся сейчас в качалочку. Сейчас успел смонтировать 2 ролика. Если вы замечаете, то мои ролики стали выходить гораздо чаще, потому что я сейчас делаю новый формат, где мотивации, приколы и тоже влоги. И скоро я как раз-таки буду садиться на 3-й курс. И я уверен, что формат роликов гораздо будет лучше и вам точно зайдет. Так что сейчас направляемся в качалочку, косночки. И я думаю, что сегодня покачаю спину с трицепсом. Вперед! Короче, народ, я сейчас иду и смотрите, кого я встретил. Давай, пацаны, подписчиков своих. Пацаны, вы же подписаны на Кочу? Да, по-любому же. Давай, брат, давай. Как ты? Салам алейкум. Пацаны очень сильно наиграны. Нормально, брат. Встретил, короче, знакомых пацанов. Вы же турникмены или борцы? Я Брусиамен. Брусиамен. Борец жесть. На шею, на шею, на шею. Есть Инстаграм? Да, брат. Вот, говори, как называется. Рафиев Эзу. Вот, запомнили, короче, а у тебя? Короче, подожди, стой. Меня Лами Лучано. Подожди, знаешь, что там, на фотке глаз, короче, понял? Если что. Все. А у тебя? Лаки Лучано. Ладно, парни, я погнал на тренинг, давайте. Давай, пока, брат. Зожники. Если что, встретимся, я напишу Сене. Давай, давай, пока, бро, удачи. Давай, брали. Вот, друзья, на самом деле, ничего так не заряжает, когда идешь спокойно и видишь, это твои подписчики. Потому что я иду, они сразу включают. Коча, Коча. Блин, ну это реально кайф. Сейчас идем до качалочки. И будем забивать уже нашу спину. Как раз таки мотивация, настроение прям уже улучшилось, когда тебя уже потихоньку на улице начинают узнавать. То сегодня больше времени буду уделять спине, именно подтягиванием и отжиманием на брусьях. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable.
друзья, Денис хочет мне бросить вызов 100 килограмм на 100 раз по приседаниям. Тут я видел, как он приседает с своей корягой. Бросим вызов. Я с коленями, он с корягой. Друзья, мне очень стыдно, потому что прошлый вызов я ему проиграл. Какой там счет был? 36-35? Не, ну все равно. Ну, блин, вот сейчас было бы очень глупо бы сказать, не, Денис, я не могу. Поэтому я принимаю твой вызов. И я думаю, в пятницу, да, мы с тобой зарубимся и снимем нашу зарубу с приседанием 100 на 100. Так что, ребят, обязательно ждите, потому что я дал Денису слово, что я обязательно с ним зарублюсь. Пусть у меня проблемы с ногой, но я это сделаю. Так что, бро, давай. Давай. Давай, удачи. Делайте 100. Да, кстати, народ, как думаете, кто из вас победит? Чемпион по мейнс физику или обычный трищ? Ладно, я, кстати, я сейчас занимаюсь натурашку, так что у меня еще пока что даже шансов нету, но будем видеть. Так что, ребята, обязательно пишите в комментариях, кто из нас победит. Только что вышел в зал, сегодня у меня была такая легенькая тренировочка, потому что, блин, с утра у меня была практика, потом еще защитить практику, то есть сдать отчет и все это подробно рассказать. Плюс к тому же сейчас тренировочка, плюс еще монтаж, делать другие ролики. Блин, полностью вообще забить. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно ставьте лайки. И да, не забудьте поздравить меня в комментариях с тем, что я уже закончил первый курс. Ну, если вам, конечно, понравился этот видеоролик, то пишите слово. Четко. С вами был Coach TV. Всем спасибо. Пока-пока. Subscriber Coach TV, окей? And like Coach TV. Yeah. Давай, бай-бай.